Друзья, всем добра и счастья, с наступающим вас Новым годом! Я очень рад, что у нас такая дружная аудитория, которая активно смотрит нас и поддерживает в комментариях. Хочется отдельно отметить тех, кто присылал нам интересные истории и легенды, а также тех, кто оказывал каналу пусть небольшую, но материальную поддержку. Без вас нам бы было гораздо тяжелее. Спасибо огромное, друзья! С наступающим вас Новым годом! На канале «Хроники нечисти» есть интересный фильм. Называется он «По следам пропавших туристов», в котором я обещал вам добраться до богини Фортуны, но в силу обстоятельств так и не смог это сделать. Недавно я побывал в тех краях и специально добрался до скульптуры, чтобы выполнить данное обещание. А вы могли накануне Нового года загадать свои самые сокровенные желания, и они обязательно исполнились. В общем, не отключаемся и смотрим. Всем исполнения желаний и счастливого Нового года! Фу, ребят, запарился в гору лезть. Ну ничего, осталось совсем немного. Гора очень крутая. И затяжная. Вот по таким камням, скалам карабкаться приходится. Вот где познается физическая подготовка. Я подготовлен не самым худшим образом. Как-то стараюсь все время тренироваться. И то ощущается. Да, надо больше тренироваться. Блин, километр уже точно карабкаюсь. Ну ничего, это все компенсируется с лихвой, шикарными видами. Фу. Птичка какая-то поет. Гора, наверное, градусов 70. Еще немного, и я доберусь до цели. А цель у нас сегодня — загадать желание и пожелать всего наилучшего подписчикам, ну и развитие канала. Желание это, скорее всего, сбудется, потому что я доберусь до богини Фортуны. У нее надо покрутить колесо. Колесо фортуны. И тогда все желания сбудутся. Так что, ребята, загадывайте желания. Я за вас тоже покручу. Блин, листья везде дубовые. Дубовая роща. Дубы колдуны. Что-то я их не вижу. Или не узнаю. Фигня. Еще немного, еще чуть-чуть. А где-то в Сибири минус 20. Вот такая несправедливость.